Ну, давай. Нет, так это просто книжки продаются. У тебя гусь упал. Подарили, падали. Подарили. Какое слово еще раз ты хочешь? Подари. Подари. Кому подари? Папе, маме? Водную игрушку. Так ты написал подари кому? Подари. Там. А, неправильно я написала. Вот, видишь. Это хорошо. Подари. Ну, хорошо. Бросать? Подожди, давай я посмотрю, секундочку. Ну-ка покажи. Давай посмотрим. Я вел себя хорошо. Пожалуйста, подари мне водную игрушку. Ну, все очень хорошо, только, во-первых, пожалуйста, пишется с буквой О, а не с буквой А. Пожалуйста, а не пожалуйста. А во-вторых, неплохо бы написать спасибо и подписаться. Если у тебя нету места, подпишись на обороте где-нибудь. Ну, замечательно. Замечательно. Давай, ну, давай посмотрим. Секундочку. Хорошо. Да. Давай еще раз посмотрим. Я вел себя хорошо. Пожалуйста, подари мне водную игрушку. Ну, замечательно, медвежья. Хочешь дату поставим? Давай поставим дату. Когда она была написана? Ну, конечно, давай напишем. Давай здесь. Там мы где-нибудь в углу напишем. А я-то не знаю. Ну, я напишу дату. Напишем. 12.08.2012. Где ты написал? А вот в углу. О. Так, ну все, давай бросай.
Сейчас я посмотрю, подожди. А сюда разве нельзя? Я думаю, все равно, можно верхнюю, можно в нижнюю. А зачем? Почему? А зачем тогда большая нужна? Не знаю, я думаю, просто для удобства. Кто повыше бросает верхнюю, кто пониже в нижнюю. Ну, ты можешь куда хочешь бросать. Бросил?